В минувшие выходные на строительном рынке столицы открылась традиционная ярмарка-выставка «Все для сада и огорода». Отличительной чертой нынешней ярмарки стал совместный проект рынка ботанического сада СФФУ и республиканской газеты «Якутия» «Дачный вопрос, дачный ответ». Живой интерес вызвал мастер-класс начальника отдела дендрологии ботанического сада Ирины Трофимовой, которая рассказала о правилах посадки древесных растений. Подобные мастер-классы будут проходить каждую субботу до 4 июня. В эти выходные вы узнаете об основных вредителях и болезнях садовых растений. На следующей неделе все о декоративных растениях. Подробнее о проекте читайте на страницах газеты «Якутия».